Сережа наш гость из Германии. Sprechen Sie Deutsch? Ein bisschen. А что интересное читаешь, Сережа? Ты на русском, я смотрю, читаешь? Да, здесь очень интересные стихи, которые записаны в Библии, с 13 стиха. Я зачитаю. Тут говорится об этой местности. Да? Когда Иисус пришел в окрестности Кесарии Филипповой, он стал спрашивать учеников, что говорят люди о том, кто такой Сын Человеческий. Они сказали, одни говорят Иоанн Креститель, другие Илья, третий Иеремия или один из пророков. Тогда он спросил их, а вы что скажете о том, кто я? В ответ Симон Петр сказал, ты Христос, Сын Живого Бога. Сережа, видишь, говорится, что когда Иисус пришел в окрестности Кесарии Филипповой, то есть это Кесария Филиппова. А помнишь, мы с тобой были в другой Кесарии? Точно, где Павел был 2 года в заключении. Да. А это Филиппа, интересно, что этот город обустроил Ирод Великий. Он был великий архитектор. И он оставил этот город в наследство своему сыну Филиппу. Ну и Филипп в честь Цезаря или Кесаря построил Кесарию. А чтоб не было две Кесарии, он скромно написал Филиппов. Поэтому это Кесария Филиппова. Здесь мы находимся, Кесария Филиппова. Это самый север Израиля, возле Дана. Ирод Великий был великий архитектор. Вот здесь, вот на этом местах был построен храм из белого мрамора в честь бога Пана. Такой языческий бог Пан. Он был похож на козла, у него рога были и хвост. И он пугал людей. От этого произошло, по-русски говорят, панический страх. И у него была нимфа, она много говорила. Ну, как все женщины любят много говорить. И он ее наказал, она могла только повторять слова. То есть ты говоришь «Сергей!» Она могла сказать «Эй, эй!» «Олег!» Она могла сказать «Эй, эй!» Ее звали Эхо. Эхо. Ну, такая, в общем, бредовая языческая мифология. То есть жили язычники и поклонялись Пану. А потом, получается, эта территория была под Египтом, и Антиох III, или Великий, это уже греческий такой великий человек, он захватил, в общем, эту территорию, поэтому она была под Грецией, а потом уже во время Августа она была территория под Римом. Поэтому Август отдал эту территорию Ироду Великому, и он тут много понастроил. Поэтому, когда Иисус был уже в 1 веке, то он как раз проходил эти окрестности. Сейчас мы посмотрим. Thank you.
Это мельница здесь, как прочитал Эдик, единственного типа в Израиле. Сюда идет вода, вода вращает этот круг, тут такие стоят лопасти, и за счет этого вращаются жернова. Отсюда подается пшеница, она перемалывается и сюда отходит. Использовали силу воды. Один из истоков Иордана. Мы были в Дане, один из истоков, а это второй исток, Хермон или Снир, если я ничего не путаю. Но если даже путаю, все равно это один из истоков Иордана. Их всего три.
Классно. Что так голова?